команда была близка к победе, Донбасс, чего все-таки не хватило, как ты думаешь? Забить гол в овертайме или, или не пропустить, но игра была равна, что показала и вторая игра, и сегодняшняя, что серия будет жесткая, соперник очень неприятный, но жалко, что сегодня не победили. Много удалений, как ты там сказал. Это хоккей, это плей-офф, и обе команды стараются побеждать, поэтому иногда может быть больше эмоций, но я думаю, сегодня, что касается удалений, было и на их, и на нашей стороне как бы ровно, чем в предыдущих играх. Уже лучше разобрались с игрой соперника в атаке после первого? Как уже сказал, для словацких медий никто не сможет предугадать, какой будет результат. Все, что знаем о команде Лева, это очень хорошая команда, подтвердила и в регулярном чемпионате, хорошо, здорово играла. Серия будет равна, завтра будем все стараться сравнять счет на 2-2. Зал сегодня большей частью болел за Донбасс. Ну, я так и думал, потому что все равно, знаете, это всегда были, есть и будут, как бы, ривали чехи и словаки, поэтому я не удивлен, что сегодня, в принципе, весь болельщики болели за Донбасс.